Три человека пострадали при взрыве школьной котельной в Акмолинской области. Здание разрушено с ожогами и переломами. Кочегаров извлекли из-под завалов. Их доставили в районную больницу. Двое получили травму средней степени тяжести. Третий, пострадавший в крайне тяжелом состоянии, его перевели на ИВЛ. В котельной произошел разрыв котла с разрушением конструкции здания котельной. Имели сведения о троих пострадавших. Прибыв на место помощи сотрудниками ДЧС, местными исполнительными органами, сотрудниками полиции, а также каретами скорой помощи, была оказана помощь трем пострадавшим. Один из них был зажат плитами перекрытия, и при помощи спасательного оборудования и средствами малой механизации удалось сдвинуть и приподнять плиту и извлечь пострадавшего. Сейчас в области создан оперативный штаб. Спасатели устраняют последствия взрыва, расчищают обломки и вывозят мусор. В ближайшее время школу подключат к другой котельной.